Привет, дорогие друзья! Привет! Сегодня воскресенье, 2 июня, и мы с вами едем на пляж, который я вам показывала в одном из видео, который находится чуть дальше пляжа Клеопатры. А сейчас мы на пляже Клеопатры. Покажу вам немножко пляж Клеопатры и поедем дальше. Сейчас 2 часа дня, самая жара. Мы на нашем мопеде. Вот он, Айхан. И сейчас немножко покажу вам, что у нас на пляже Клеопатры. Здесь отдыхающих нет, потому что... А нет, хотя есть, потому что сюда в основном приземляются парапланеристы. Вот так вот он выглядит. Пляж Клеопатры. Покажу вам немного. Пляжный, один из пляжных баров. Точнее, пляжи, который принадлежит отелю, скорее всего. Вот он, пляж Клеопатры. Но сегодня мы будем не на пляже Клеопатры, а сегодня мы едем на тайный пляж, где будем купаться. В прошлый раз, когда мы проезжали мимо, там было очень мало народу. Парапланеристы летают вот с той горы. Ну, а мы едем на пляж. Вот, друзья, наш тайный пляж, на который мы приехали сегодня. Народу мало и выглядит очень классно. И волн тоже нет. Где же находится этот пляж? Вот, друзья, видите, здесь есть вот такая вот лестница у дороги. И прям не доезжая и лестницы, есть спуск вниз. Сейчас мы с вами туда пройдем, но... Сначала покажу всю красоту, которая открывается сверху. Чуть дальше также очень много классных тайных бухт и пляжей. Вот там вот порт Алании. А здесь вот такой вот классный, красивый пляж. Можно, кстати, вот здесь вот полежать, потому что никого нет. Но народ в основном находится вот там, потому что там более или менее... не каменистый вход в море. Ну, сейчас посмотрим. Айхан уже готов. И давайте пойдем вниз. Вот такая вот здесь, такой вот здесь спуск. Сейчас мы найдем классное место тайное. Я думаю, что прямо вот здесь вот и будем. Народ прям приходит со своими зонтами, лежаками, полотенцами, постилками. В общем, приходите сами и отдыхаете. Очень классно. Дикий-дикий пляж. На Клеопатре мы еще не были в этом году. Я думаю, что на Клеопатру мы с вами обязательно сходим в следующее воскресенье. Ну, а здесь... Сегодня мы проводим время на вот этом вот диком пляже. Такой достаточно пологий вход в воду здесь. Но очень здорово, потрясающе. Мне уже здесь нравится. Ну что, друзья, давайте сейчас спустимся к морю. Сначала покажу вам с берега, а потом уже пойдем купаться. Очень классный пляж.
для того, чтобы вам было комфортно в воде, покупайте тапочки и ходите по камням вот в таких вот тапочках. Дети резвятся, вода прохладная, теплая, ну конечно. Ой, красота потрясающая. Прям хочется окунуться. На пляж Клеопатры. И вы скажете, почему так быстро? А потому что тот пляж нам не понравился, там был очень плохой вход в море, там было очень много камней на дне, ну в общем, не знаю, не понравилось, и мы сразу вышли и приехали сюда. Здесь тоже сегодня вот такие небольшие волны. Какой здесь вход в море, вы сами видите, песчаный, но также проглядывают немного камни. Что меня также немного смущает, я не знаю, насколько эти камни расположены по всему дну. Но камни достаточно такие большие. Поэтому, друзья, обязательно берите с собой обувь, в которой вы сможете ходить по камням. Ну, здесь дно мне нравится больше, поэтому я сейчас поплаваю чуть-чуть здесь. Мы находимся прямо у станции параглайдеров. Вид, конечно, красивый.
дорогие друзья, мы уходим с пляжа, уже время ближе к 4 вечера. Сейчас пойдем домой, покушаем и вечером пойдем в город гулять, потому что сегодня воскресенье, и мы отдыхаем. В общем, я надеюсь, вам понравилось это видео на пляже Клеопатры. Нам понравилось. В следующий раз мы пойдем на дом Наташи. Конечно же, пляж у крепости, не забывайте, это наш самый любимый пляж. Поэтому каждое воскресенье будем ходить с вами на всякие разные пляжи. Ой. После моря такая прям легкость. Супер. И вот только собирались мы уезжать с пляжа Клеопатры. Кого мы здесь встретили? Альбина и Салават из города Уфы. Наши подписчики. Вы в Алании уже второй раз говорите, да? И отдыхаете в основном на пляже Клеопатры, Клеопатра. Да? А почему? Нравится пляж. Нравится пляж, да. Песок. Ага. Все, что вот охота, все, что надо. Ну и как вы сказали, и пляж, и близко к центру, да? И близко к центру. Да. Поэтому если будете приезжать, если приезжаете в Алания, берите пляж Клеопатры или Дом Латаш. И спрашивают уже многие, где остановиться. Я тоже говорю, Дом Латаш, Клеопатра самые оптимальные. И рестораны близко, и достопримечательности, и магазины, и в пешей доступности самое главное центр. Вот то, что набережная, где есть там Красная башня, да, вот это сюда. Да. Там пешком. Все, да? Можно, все, что охота. Вот вчера везде только гуляли, все пешком. Везде скамейки, на Клеопатры. Угу. А вы на сколько приехали? 8 ночей, 9 дней. 8 ночей. И по туру, да? Да. По туру. Так что, а как вам, кстати? А? Гюрюр. Гюрюр? Насугюрюр. Ничего, гюрюр. Гюрюр? А Ян говорит, меня не видно. Теперь я думаю, что видно всех. Что хотела спросить-то, забыла. Как вам море? Ну, море классное. Купаетесь? Идеально. Вот говорю, в том году мы в августе были, в этом году пораньше решили. В сентябре, может, еще приедем на 4-5 дней где-то еще. Еще точно не знаю, сюда вот еще. Сюда опять. Супер. Поэтому ребятам желаем хорошего отдыха, а вы, если только еще думаете приехать, сразу быстренько покупайте билеты, путевки. Кстати, сегодня черешня на рынке. 5 лир было. Цены упали просто нереально, практически в 2 раза. Огурцы по 1 лире, черешня 5 лир и клубника тоже 5 лир. Поэтому обязательно приезжайте в Аланию, в Турцию. Ну, а вам хорошего отдыха. Спасибо.